В Славянке реализуется проект, который поможет комплексно решить проблему качества питьевой воды на территории, а также исключить аварийные ситуации с водоснабжением. Для этого укладывается новый водовод по программе «Чистая вода». Сегодня качество подачи водоснабжения в микрорайоны Славянки оставляет желать лучшего. Это следствие высокого износа имеющихся сетей. То и дело, старые трубы не выдерживают давления и протекают, не говоря уже о центральном водоводе. Трубы там не меняли уже более 50 лет. И вот благодаря участию администрации поселения в программе «Чистая вода» сейчас ведутся работы по укладке двух ниток водовода диаметром 400 мм. Вторая труба предусмотрена в качестве резерва. Она сможет при необходимости ремонта заменить первую. Работы ведутся, каждый день мы их контролируем. Сил и средств пока для этого участка у нас достаточно. И самое главное, погода восстановилась, сейчас работы немножко пойдут быстрее. Рабочие сейчас подготавливают котлован и соединяют трубы. При прокладке нового водовода используются современные технологии сварки. На трубе диаметром 400 мм с толщиной стенки более 30 мм сварочный шов создают всего за 7-8 минут. Своди. Мы сейчас идем, пересекли старый водовод там 100 метров выше, сейчас идем по новому участку и... Еще в одном месте мы будем пересекать старый водовод, две нитки существующих. В этом году по программе «Чистая вода» было выделено около 50 миллионов рублей. Сейчас работы ведутся строго по планам, без отставания. В следующем году работы по замене водовода будут продолжены. В следующий год мы пойдем уже по Славянке, по улице Лозо, Станислава Черного и Дружба. И там уже водовод состыкуем с нашими водонапорными баками. Таким образом, спустя несколько лет в Славянке благодаря программе «Чистая вода» полностью обновится центральный водовод от станции «Ромашка» до водонапорных баков. А значит, аварийные ситуации при подаче водоснабжения будут сведены до минимума. Олег Кудинов, Виктория Беляева, новости Славянки.